Одинцовские партийцы провели познавательную лекцию для пожилых людей. Курс проходит по всей Московской области по инициативе регионального отделения «Единой России». На тематические встречи приглашают людей пенсионного и предпенсионного возраста. Очно и онлайн они слушают лекции на темы «Советы гериатра», «Актуальные вопросы ЖКХ» и «Серебряное волонтерство». В Одинцовском округе первую лекцию посвятили полезным советам для садоводов. Курс «Школа актива. Старшее поколение» будет проходить в Подмосковье до 30 сентября. Мероприятие прошло в рамках «Школы актива. Старшее поколение».